В Люберцах для детей и взрослых работает клуб военно-тактических игр «Берсеркер». В спортивной игровой атмосфере коллектив ЛРТ отметил юбилей антенной службы. Сейчас будем вести наступление! Кидай гранату, Саня! Это место, где каждый себя почувствует участником баталий. Страйкбол, пейнтбол и, конечно, лазертаг, в котором и состязалась за призовые места дружная команда ЛРТ. Наш телеканал имеет еще одно подразделение. Это антенная служба, которая обслуживает абонентов всего городского округа Люберцы. И вот именно антенной службе сегодня 25 лет. Сегодня мы решили поразвлечься как раз-таки в таком замечательном месте. Погода нас, конечно, немножко подвела. Пока на улице проливной дождь, действует. Происходит внутри. Кругом лужи, слякоть и полумрак. Но участникам все нипочем. В таких условиях привыкли работать и журналисты, и мастера антенной службы. Ну, прикольно. Я первый раз играю. Понравилось, конечно. Жалко, что мало. Вот этот вот ажиотаж. Попасть первым, прежде чем тебя попадут. Вид военно-тактических игр, такой как лазертаг, вот мы сегодня играем, он не имеет поражающего элемента. Он безболезненный. И поэтому для тренировки определенных навыков подходит как детям, так и взрослым. Клуб военно-тактических игр работает больше 10 лет. В городском округе Люберцы находятся две площадки – всесезонная крытая игровая зона в поселке Калинина и полигон в деревне Марусино. Гостям здесь рады всегда. Лазертаг в любую погоду! Ура! 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 Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.